Привет всем! Сегодня мы в гостях у бабушек. Покажу вам, какие цветут цветы. Вот эти прям вообще замечательные. Распустились розовые. Здесь дальше вот растут тоже амаранты. Цветут. Здесь вот такая вот зеленая изгородь из вьюна. Тоже он цветет. Так вот все заплетает и цветет очень даже красиво. Здесь вот такие вот однолетние флоксики расцвели. И красные, и розовые. Здесь вот расцвел такой вот тоже симпатичный флоксик. И распустились многолетние флоксы. Такие тоже очень красивые, пышные шапки цветов. И бархатцы, и шафраны распускаются. Цинии, львиный зев. Тоже цветет. Ну, самое такое главное украшение, это, конечно, флоксы. По краешку растет кохия. Она не цветет, но вот так вот симпатично растет такими зелененькими кустиками. Шафраны. Ну и красота, конечно, флоксов. Такие пышные-пышные кустики и цветочки. И там на заднем плане елка. И здесь тоже растут и флоксы, и вот такие вот красненькие цветочки. Многолетние лилейники, наверное, это. И распустилась малева. Отцветают уже флоксы, вот опадают. Вот как красиво здесь все в цветах. Только распускаются астрочки. И вот такие вот замечательные, красивучие флоксы. И вот здесь вот низенький еще кустик флоксов. Немножко они другого оттенка. Здесь невысокие амаранты. И вот какой красивучий однолетний флокс из семян. Просто вообще шикарно цветет. Такой вот он красненький. Симпатично. Вот здесь есть еще такие вот и беленькие. В общем, это, наверное, какая-то смесь. И вот такой вот еще цветочек.
Тоже очень даже красивый. Это, наверное, сальвия. Не знаю точно, как называется. И вот здесь тоже шафранчики распускаются. И бабушкины огурчики. Такие грядочки огурцов. А здесь вот уже мальвы процветают. И картошка, и капуста, и лучок, и свекла, и морковка. В общем, все посажено. Вот такая вот уже свеколка наросла. По краешку грядки всегда она очень хорошо растет. Лук уже ложится. И капустка. И ранеточки вот такие вот желтенькие висят, сладенькие. Очень они вкусные. Когда будем копать картошку, прям вообще они поспеют. Будет совершенно замечательно вот такие вот ранетки. Сладкие, присладкие. 100 раз лучше всяких вот этих заграничных яблок, которые к нам везут. Пускай маленькие, но очень-очень вкусные. Такая вот мальвочка. Такая вот симпатичная. И вот такие вот в огороде цветут. Цветочки — это самосейка. Сеется сама. И цветет. Сегодня ветерок. Такие вот. Картошка уже процвела. Сегодня у нас 1 августа. Еще месяц ей расти. В этом году сухо. Потом, не знаю, посмотрим, какая уродится картошка. Перчик растет в парничке. Уже тоже начинает он завязываться. Такие вот перчинки. Любит перец тепло, когда сухо. А вот это вот какое-то растение с такими черненькими ягодками. Говорят, оно вообще полезное. Не знаю, как оно называется. Но оно везде сеется. У нас оно тоже кое-где растет. Такой вот перчик. Наверное, тоже толстый барон. Какой-то у меня растет. Много-много на нем завязи. Клеенка. Там все накрыто клееночкой. Ну и много перчика еще только, видите, завязывается. Ну, как раз впереди целый август. И под укрытием он смело нарастет. И пускай будет отличный урожай перца. И вот такой вот замечательный, красивый, полосатый кабачок. Вот такой вот красивый амарантик. Ну, ты же я вам давал. Ну, 3 куста, наверное, такие. Такой вот красивучий цветочек. А помидорки уже пособирали. Ну, кое-где видно, что висят. Так, в основном уже все собрали, потому что у нас пошли туманы. Страшные туманы. Поэтому бабушка сорвала все помидорки и сложили в
коробке, чтобы они краснели именно дома. Здесь кабачки еще только зацветают. Будут поздние вкусные кабачки для жарки. И вот столько огурчиков. Прикрыты они укрывным. Потому что сейчас, опять же таки повторюсь, у нас пошли туманы и похолодало. Сейчас дождик небольшой накрапывает. И вот такие вот огурчики. Просто пособирали уже огурцы, поэтому уже засолила бабулечка. Вот такие вот заросли огурцов. Здесь вот такой вот желтенький шафранчик. Георгины тоже цветут. Еще раз покажу львиный зев. Вот так вот ведерочки растет и цветет. Но самое, конечно, красивое — это флоксы. Всем тем, кому видео понравилось, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями, заходите почаще в гости и пока-пока. До новых встреч, всем самого-самого наилучшего.